Тоже еще один подготовленный контейнер, также дренаж, грунт. Проливаю совсем немного я, буквально чуть-чуть, чтобы нижний слой был слегка мокрый. Герань не любит слишком большую влажность. Грунт должен быть рыхлый, в то же время питательный. И чем больше фосфора, тем лучше. Этот у меня сорт также заказанный. Пеларгония зональная колорама, смесь сортов. По 5 штучек в пакетике. Застряла. Тут небольшой перепад, ничего страшного. Тут у меня 10 пакетиков, 10 семечек. Попробую разместить все 10 в один контейнер. На первое время им сильно много места не надо. Потом можно будет пикировать. Герань растет вообще достаточно очень.